Кто напал на императора? За годы правления Александра II на него было совершено 7 покушений, и последнее стало решающим. 13 марта 1881 года в Санкт-Петербурге был убит император Александр II. Он скончался в Зимнем дворце спустя несколько часов после смертельного ранения от взрыва бомбы, брошенной в него Игнатием Гриневицким, членом Народной воли.